Выбери жизнь, выбери здоровье. Здесь, в детском оздоровительном лагере «Юный армеец», в целях профилактики проходит антинаркотическая акция, направленная на здоровый образ жизни. Главная ее задача – рассказать детям о последствиях употребления опасных веществ. Так как текущий год в России объявлен годом добровольца и волонтера, мероприятие было организовано антинаркотической комиссией Щелковского района совместно с куратором регионального общественного движения «Московский областной волонтерский патруль» Алексеем Самыкиным. Ребятам был показан документальный фильм, который юные зрители смотрели с неподдельным вниманием, а главное – делали правильные выводы. Многие из этого фильма сделают для себя урок и примут решение верное. На жизненном пути не будут принимать ни наркотики, не будут ни курить, ни принимать алкоголь. Я сама за здоровый образ жизни, поэтому, конечно же, считаю, что это очень хороший фильм. В Щелковском районе ведется большая работа, направленная на профилактику употребления наркотических веществ. Отдельное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Подобные акции также планируют проводить регулярно. В сентябре месяце планируется большой антинаркотический месячник, направленный на пропаганду здорового образа жизни, здоровым быть здорово. Пройдут очень много под эгидой этого месячника профилактических мероприятий и в школах, и в различных учебных заведениях, дошкольное образование, спортивные мероприятия. Наркомания – беда современного мира. Стоит ли говорить о ужасных последствиях употребления наркотиков? Ответ однозначный – конечно, стоит. В том числе и вовремя проведенные профилактические беседы помогут подрастающему поколению задуматься и не совершать ошибок. Мы очень надеемся, и я, и наши волонтеры, что, проводя такие занятия профилактические, мы уменьшим и смертность, и количество курильщиков, и количество людей, которые употребляют алкоголь и наркотики, и в будущем у нас будет здоровая нация. Лилия Дворецкая, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».